Радость слова в Ульяновске. Во дворце книги открылась межрегиональная книжная выставка-ярмарка. Желающие могут познакомиться с классической, современной, духовной литературой и, конечно, обсудить вопрос христианства в литературе. А еще прикоснуться к мощам святителя Иоанна Златоуста, оставившего после себя множество письменных трудов. Священное Писание, жития святых и современных подвижников. На столах можно найти актуальную публицистику, художественную и детскую литературу о православии. Под шум бумажных страниц готовятся к празднованию Дня православной книги. Во всех епархиях его отмечают сегодня, 14 марта. Нам очень хотелось бы, чтобы наши гости смогли бы узнать и полюбить христианскую литературу, увидеть и понять, насколько это значимое, глубокое и разностороннее явление православных книг. По сей день читают, изучают и цитируют в храмах труды Иоанна Златоуста. Ковчег с его мощами доставлен в город-хозяин форума. Славление святителю совершено совместно с председателем издательского совета митрополитом Калужским и Боровским Климентом. В широком понимании православная книга – это та книга, которая учит добро, помогает людям найти ответы на те вопросы, которые не помнят вот у нас в 21 веке. Выставка «Форум. Радость слова» открыта для посетителей до 15 марта. В программе встречи читателей с писателями, историками и священниками. Они ответят на вопросы гостей и помогут подобрать необходимую литературу. Гульнара Шарипова, Вести, Ульяновск.